Так, всем привет, ребята. Продолжаем мы записывать шахматный камбэк. Играем с Один Бубой. кирилл, он сейчас прервет. С Бубой играем, но Буба — это Александр Бубнов, кто не в курсе. Думаешь? Да, футболист московского Нет, Спартака. это Рубен Деланян. Это футболист московского Спартака. Я знаю одного шахматиста, фамилия Деланян, его зовут Григор. Григор. Да, как Григорий, только без И. Кто-то просил, нам ныл волжский гамбит. Ну, это не совсем он, но это похоже, да. Да, Ферзь ну и А5. здесь нет. Стой, нет, стой. Не... Ну что ты делаешь? Какой ферзь опять? Ловушка, ловушка года. Да отвали. Ну, ловушка, как ты не... Ты видишь, он задумался. Сейчас он по... Смотри, наносим. Радостный шахмат. Херь какая-то. Я хотел пойти ладья А6 доминировать. Все, мы доминируем. Просто 0-1 уже стоит, вообще-то. Да почему не ладья А6? Он фиш не рокирует. Сейчас H3 сделает пойдет. реалиам и дадим мат. Это идейно, да? Идейный волжский. Да. То есть ты хочешь пойти D6, конь D7, конь E5? Да, конь d3, конь f2 и так далее. Так всегда может на партии заканчиваться. То есть вот нужно ждать. Сейчас он сойдет конь b5, и мы сбросим ферзя. Да, будет прикольно. Это будет Вообще-то вызвано. работает, но мы все равно сбросим, когда это нас волновало. Он не пойдет, правда, конь d5, да. Но теперь уже нет. Теперь Ну, видишь, теперь он уже не пойдет, конь видишь, d5, он он пешка. прочувствовал, он прочувствовал. Не, ну он сделал слабый ход, что он прочувствовал. А, теперь он хочет конь b5. Да. Мы же можем игнорировать сие Знаешь, мы действие. можем сыграть антипозиционно. Нет, я не хочу. Мы солидные шахматисты. Коня при на e5 Погоди, надо. погоди, слон c3 очень интересный ход есть. Зачем отдавать такого слона? А что делать? Ну что, он сейчас конь b5 пойдет и рокирует, и мы его не достанем. Да и отвали, пойди конь e5. Ну конь b5, у тебя есть следующий ход какой? Мы будем позиционно перекатывать. 68 ходов. По-моему, это блестящее решение. Вот посмотри, что сейчас произойдет. Сейчас он пойдет конь c4. И? Мы срочно поменяемся. Потом поменяем ферзей. Потом пойдем ладья f на b8, ладья c3. И там ладья b4 в конце, я надеюсь. По-моему, А, и вот вот. тут тактика, смотри, тактика года. Ну, ладья c3 есть ладья a4. Это редкостный дебилизм. Смотри, Кирилл, как оценишь позицию? Если мы сейчас возьмем, он возьмет, мы дадим шах, он уйдет, мы возьмем ладью, и он пойдет ладья a3, и начнет толкать свою пешку. А мы успеем? Мы можем скрутиться там. Ну так, понимаешь, у нас были сильные фигуры, у него слабые. Мы поменяли свои Не, сильные ну, фигуры на нас, его мы слабые. можем пойти ладья b4, ладья d4 и выиграть. Но это скучно. Играем скучно или играем весело? Ну давай весело. Да, но он успеет провести пешку. У него всего 4 темпа. Мы с... Ну, там, да, вообще-то, конечно, очень плохая идея была. Когда он пошел неправильно, но это не важно. Ну так нет, стоп, так шанс есть. Ладья b1, ладья b8, ладья a8. Не, в Король смысле, g7. в любом случае это получалось, но... Да, но безнадежно. Ну ладно, давай... Где бы один мы должны уже сейчас играть? Ну, Да. должны. Мы можем сразу не возвращаться, да? Мы можем подождать, короля повести Нам сначала. нужно защитить корневую на Что я e7. очень зря это сделал. Просто очень Почему? выигранном владейнике. Так, ну и теперь его идея понятна. Привести короля. Его идея значительно быстрее. Не, ну стоп, мы в какой-то момент можем скинуть ладью. Или нам не хватит этих пешек? Он хочет ничью, что ли? Ну, думаю, нас тут как бы не спрашивают. Ну, я разочарован, если честно. Ну смотри, мы могли выиграть, мы могли пойти вот так. И на 2-0 просто вот так. И все. 0-1. Но это же было бы слишком скучно, да? Стоп, стоп, стоп. Я сейчас немного объясню зрителям, в чем виноват, в чем я обвиняю Ты чувака. хочешь, чтобы пойти конь e5, Нет, да? стоп. Две ошибки. Идейной компенсации, ты помнишь? Да. Так, сейчас мы вам покажем ход, который делать не нужно. То есть ферзь опять это редкостное дерьмо, играем ладья Кирилл, А6. смотри, вот, Ну ты должен стой, понять стоп. одну простую вещь. Стой.
Не бьют на А6. Бьют. Никто не он... будет бить на А6. Это Буба. Никогда. Это Буба. Твои дальнейшие действия, если не будут. Ну и все, сдержим ее здесь до посинения. Хорошо, а он держит слона. Дальше ты что делаешь? До посинения. Ну, он тоже до посинения. Мы более синие, чем он. Нет, поверь мне, он слона действительно может держать вечно. А вот уже ладья здесь делает совершенно непонятно. Ну все, мат пойдем домой тогда. Ну понятно, да. Твоя идея не работает. Так, ладно, дальше. Это вообще камбэк был или что это был? Не знаю.